Фричев. А ты-то кто? Фричев, сиди тихо. А ты смотри, куда идешь. Ради всех нас, уходи отсюда. А еще реликвии здесь есть? Не знаю. Señal, duelo que puedo señal. Ready over.
Fridjofer! Fridjofer, wyt ti'n iawn? Gwe rhywbeth! Fridjofer! Beth efer ddigwyddodd i chi? Tiwra, slava zviozdam, ty cela. И я цел, все хорошо, ну, относительно. Так тебя тоже освободили? Хватит болтать, где реликвия? Не терпишь приземленных бесед? Так вы дверги других и не ведете. Ха-ха-ха, недурно. Что ж, спущу тебя с небес. Реликвию забрали дети Муспеля. Думаю, унесли во дворец. Что это за вещь? Да чтоб я знал. Как только я вытащил ее из земли, полыхнул такой яркий свет. Это последнее, что я видел. Да я не об этом. Зачем она нужна? Кроме как ослеплять бедных двергов, не знаю. И эти дылды тоже. Вот и потащили во дворец их проклятому ученому. Дворец — это твердыня огненных великанов? Смекаешь? Давным-давно там работал Ивальди. Теперь там Эйнар, скотина. Твоя реликвия у него. Эйнар? Бейте соном, Эйнар. Он предатель. Дверг, но служит великанам Муспеля. Не верь ни единому его слову. И если выпадет шанс, убей его. Мне решать, кому жить, а кому умереть. Где этот дворец? Если мы еще на раскопе, его должно быть видно. Взгляни на юг. Такой скромный домик на громадной горе. Ничего себе домик. Ну что ж, я заберу реликвию. А ты что будешь делать? Тебе-то что до этого? Как там тебя? Если солжешь владыке Асгарда, тебе не поздоровится. Ты? Так ты... Ух ты ж! Слушай, мне скрывать нечего. Мы пойдем в убежище, встретимся с Гунбар. Что ж, если не врешь, наши пути больше не пересекутся. Чем займетесь теперь, на свободе? Думаю, мы с Тюрой пойдем в убежище. Посмотрим, как там Гунбарг. Но... чуть позже. Мне нелегко пришлось, знаешь ли. Эйнар! Был ты соном, Эйнар! Не произноси это имя. Предатель!
что-то стряслось? Много добычи. Нужна дружина. Тебя!
Сюда! Мне тут нужна помощь. Помогите! Достаточно. Пора найти кузнеца. Пусть улучшит мне наруч. Вижу сокровища! Ну же, помоги мне!
сожжем все сущее! Уж, конечно, хуже просто некуда! А ну, спустите меня! Кто-нибудь! Эй! Сбей эту тварь с толку! За все ответишь! Все позади, не бойся. О, спасибо тебе! Отрадно, когда головорезы получают по заслугам. Вздумали угрожать мне. Что ж по делам им, а? Угу. Пойду, пожалуй. Как же мне отплатить тебе за спасение моей драгоценной, юной и дерзкой жизни? А, знаю. Ищи меня в убежище Гренхеллер. Вручу тебе достойную награду. Это не обязательно. Я настаиваю. А если хочешь преподать урок еще паре негодяев, ищи их на Черном берегу.
Знаешь, где он? К югу от того места, где разводят этих жутких боевых зверей. Кажется, они собирались встретиться там с Йотуном. Черный берег, говоришь? Посмотрим. Да, не лучшее место на побережье. Хотя нынче не до отдыха у моря. Надеюсь увидеть тебя в убежище. До встречи! Скоро мы отдохнем. Чувствую прилив сил.
весьма ничего. Хватит материалов, чтобы улучшить наруч. Давай сюда, посмотрим, что выйдет. Кружусь без конца. Приветствую! Я могу помочь. До скорой встречи.
Yeah!
проклятые черепицы! Бедный мой бог! Покажи мне. Мы с тобой больше никогда не встретим рассвет вместе. Эй, в чем дело? Что за стенание? Расскажи мне все. Мой возлюбленный бог. Я с ним даже не попрощалась. Он поскользнулся и упал, когда чинил крышу. А теперь он... А, ясно. Возможно, есть способ вернуть его. Сейчас я не могу им помочь. Но теперь я обретаю новые силы. Если появится способ, стоит вернуться сюда. Что происходит? Ради всех нас, уходи отсюда. Что-то случилось? Ты попал.
выбора. Тебе конец. Оставь нас. Thank you.
Помоги мне скорее! Сюда, на помощь. Сам не справлюсь.
заперта с той стороны.